А, хорошо, я понял, ты на горе. Я понял, ты где-то на горе. Может, там я еще не смотрел. Так, может быть, реально здесь? Не, ну это не ты, я уже проверял. Нет, это не ты. Это точно не ты. Так что ты смеешься? Мне это не нравится. Ты где-то тут, я понял. Ты где ты, камень? Так, я понял. Как делишь, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать прятаться друг от друга, да? Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам и только вам выходит эта серия. Да, ребята, поэтому ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше троллинга. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Вот так. Да, я пошел показывать, что я построил, давай. Да это моё! Да, заколебал, каждый раз одно и то же, каждый раз. Да я просто сижу не с той стороны, я понял, в чем причина. Да, 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 все, иди, иди. Все, все, пока, пока. Да, ребята, добро пожаловать в новую серию троллинг пряток. И на этот раз смотрите, что я построил для Жеки. Как обычно, я не буду вам ничего прям подробно объяснять, потому что, чтобы сохранить интригу, чтобы вы также потом поугарали, когда Жека будет меня искать. Но все, что тут есть, это небольшие вот такие горы, маяк, бешеные свинки, которые тут прячутся, криперы, которые гуляют. Пещеры всякие такие страшные. Как видите, тут уже находятся всякие НПСы, которых Жека, если тронет, то каранты. Вот тут еще есть один НПС, короче, тут много всяких секретных пряток. Но на самом деле, знаете, где я спрячусь? Ну, вот где-то вот тут. Не буду рассказывать, не сохраню интрижку. Поэтому, ребята, давайте мы пойдем к Жеке. Найдем же его сразу. Надеюсь, и потом пригласим Жеку ко мне на троллинг. И надеюсь, то, что в этот раз он меня не сможет найти за 5 секунд. И надеюсь, то, что Майн не будет лагать. Поэтому, ребята, давайте потопаем к Жеке и сразу же его найдем. Да. Ну что, Эдисон, иди ко мне, я тебя уже жду, иди ко мне. Ой, иди, иди к тебе, иди к тебе. Ой. Ну ладно, ладно, ща пойду. Ща тебя найду, Жека, за секунду просто. Просто вангую. Так. Хорошо, хорошо, найди меня, Эдисон, найди меня. Так. Так, так, где у нас Жека спрятался, да? Где? Где же я? Где же я нахожусь, Эдисон? Убери, убери крипера, убери! Видимо не там! Крипер бар! Убери крипера, Жека, тихо! Так! Ой, где? Ладно. Где я? Где? Все-таки это был не я. Так, Жека. Ты в правильном месте появился, алло, Эдисон! Да? Да, это... значит, ты меня видел, да? Так. В смысле, я видел как бы твой ник, да? А, ну да, ну да, ну да, конечно, конечно. Спалился, спалился, Женёк. Так. Ну, я надеюсь, ты спрятался в таком месте, где я смогу тебя хотя бы достать. Да, да, ты меня тут сможешь достать. Да ты твою задницу. Так. Это был... Это не я. Ой. Ой. Ну, может быть, я летучая мышка? Ты не подумал? Я подумал, Может быть, я летучая мышка? Да, твою мать! Все-таки я не летучая. Да, все-таки, все-таки, да, ты не летучая. Да, пойду твою. Ладно, ща найдем. Давай, у тебя получится. Ща все будет. Так, да. Значит, Жека где-то рядом. Так. Я не могу. Жека, ты где? Ты где? Ты подсказочку. Так, а может... Подсказочку? Ну, даже не знаю, куда подсказочку. Я вижу гору. Ой, это прям охрененная подсказочка, если честно. Да, это просто очень крутая. Говнюк! Это просто! Помощь! Нашел! Собака! Вот именно собака! Ты просто меня пару раз прошел, как ты меня спалил? Откуда я знаю, просто... Ты что-то на меня посмотрел, типа, нет,
Ай, так, ладно, ладно. Жека, держи меч. Да-да-да, держи меч, только сразу. Сразу, сразу, и больше не все. Не включай его никогда в жизни. Хорошо, я включу F1, хорошо. Никогда в жизни его больше не включай. Ща, Жека, ща, вот где-то вот тут я спрячусь. Я уже придумал себе местечко, где-то вот тут. Капец, как ты меня так быстро нашел? Давай, Жека. Жека, давай, можешь меня искать, давай. Ну все, хана тебе. Подожди, я включил гемот 1.0, я вернулся, да, я включил гемот 0. Поставлю сразу спавн поинт. Так, и где же ты можешь находиться? Это что за наглый NPC, я не понял. В смысле? Куда он идет? Прям на меня такой пошел, давай, типа, убей меня. Может быть, это ты? Побежал, смотрите. Уйди! Уйди отсюда, Жека! Я понял. А, в смысле? Может быть, ты свинья? Затроллил. Ты должен быть свиньей. Ты явно свинья. А, ну да. Хрю-хрю-хрю! Хрю-хрю. Ты не свинья, ты меня обманываешь. Хрю-хрю. Офигеть ты тут понастроил, Эдисон! Я тебя тут не найду никогда. Ладно, держи, пожалуй, маяк. Так, у нас ничего, в маяке. Я заколебался уже бежать в этот маяк. Ага, курица. Ой-ой-ой. Или как там курица делает? Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ну, Жека, ну, давай, ищи меня, ищи. Я тебя тут не найду. Я тебя тут точно не найду. Тут явно нужны быть подсказочки, потому что... Ну ладно, ладно, ладно. Ой. Так, а может быть здесь? А может быть, может быть. Ой, боже ж ты мой. Боже мой, а это может быть ты? А, нет. Нет. Кто? А кого ты ударил? Кого ты ударил? Кого ты ударил? А, то есть не... Ты не видел, значит, ага. Ну я знаю, значит, как бы кого ты ударил. Здесь. Ты ударил обсидианового пацана, да, который лежал там? Нет. Ясненько. Ну, да. Это на горе. Жека, я крипер. Я крипер. Давай, сейчас взорвусь, давай. Жека, ударь меня, пока я не взорвался, давай. Давай. Это подсказочки. Как же тебя найти, говнюк? Так, ладно, ты не в маяке, я это уже понял. А обсидианового пацана, значит, это не ты точно. Это я. Раз я ударю обсидианового. Это я, Жека, поверь мне, поверь. Я тебя не обманываю. Так куда тут мне идти? Еще криперы какие-то тут в воде плавают. Я на карту улетел! Алло, помогите! Ай-ой-ой-ой-ой. Я тут сломаю блок. Нет, это моя карта, что ты там ломаешь? Давай, Жека. Я просто улетел за карту. Так, ну хорошо. Ну. Это же подсказочка. Блин, ну если ты свинья, то это вообще как-то... Да. Хрю-хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю. Жека, дай мне там, не знаю. Да. Бульк. Ты точно какой-то моб, я прям в этом почему-то уверен. Не знаю. Ты точно какой-то моб. Не знаю. Я опять куда-то провалился за картой. Ну ладно, ищи, Жека, ищи. Ой, мама дорогая, помогите. Понастроил тут говна всякого. Может, вот это ты? Да. Нет, ты смотришь куда-то в стенку. Ага, крипер разговаривает с курицей, а курица на него не смотрит. Жека, я посплю пока, хорошо? Да подожди! Я пытаюсь тебя найти, я не... С Эдисон. Давай, ищи. Вот это ты? Да. Ай, нет! Это я, да. Это Люксин. Да. Да где ты? Это я. Ты где, Жека? Давай. Ой. Так, меня начинает бомбить. А, хорошо, я понял, ты на горе. Я понял, ты где-то на горе. Может, там я еще не смотрел. Так, может быть, реально здесь? Не, ну это не ты, я уже проверял. Нет, это не ты. Ты точно не ты. Так что ты смеешься? Ты мне это не нравится. Ты где-то тут, я понял. А, ты где ты камень? Так, я понял.
Что такое произошло? А, Женька, что такое произошло? Что такое произошло? Что произошло? Да вот, смешная такая история произошла, я тебе ее не расскажу, потом на серии сам посмотришь. Ты перебежал куда-то, да? Да. Ты куда-то перебежал, я точно знаю. Ты перепрятался, как-то. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, бью всех свиней. Нет. Ну блин, ну где? Хрю-хрю! Это ты! Хрю-хрю! Ручи, гад, ты не... он не бьется. А, может я опять в геймоде один? Хрю-хрю, Жека, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Ага, значит, хрю-хрю-хрю. Вот он ты! Да! Вот он, это ты! Да! Да! В смысле, я сам спалился, я тебя ударил! А, я не понял, что тебя ударил, ты просто на меня посмотрел. Я посмотрел и начал тебя бить, что ты меня спалил наконец-то. Знаешь, Жека, что произошло? Я случайно ударил свинку и зареспавнился у тебя на карте. Пока ты меня там искал, я перебежал на свою же карту, спрятался в том же месте. А ты где-то там лазал. Я такой, я Жека, не буду говорить, чтобы Жека на паузу нажимал, просто перебегу обратно и все. Ой, я прикольно. Ну я же говорю хрю-хрю всю серию. Мне понравилось. Ой, прикольно, прикольно. Жека, мое место. Я думал, ну блин, ты понимаешь вообще, там нереально было тебя найти. То как бы там их было слишком много. В следующий раз сделай чуть поменьше, когда будет штук 5, которые там бегают. Хорошо, хорошо. В принципе, ребят, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Ставьте огромные пальцы вверх на вот эту серию прямо сейчас, если хотите больше троллинга. И также, ребята, не забывайте писать ваши комментарии. Мы читаем абсолютно все комментарии и на самые интересные отвечаем. Да, ребята, поэтому большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.